В Оренбурге рассматривается вопрос по ликвидации троллейбусного движения. По мнению главы Оренбурга, троллейбусы являются экономически невыгодным видом общественного транспорта и необходимо делать ставку на автобусы. По его словам, дешевле купить новый автобус за 15 миллионов рублей, чем троллейбус, который обойдется в два раза дороже. Также мэр города считает, что обслуживание контактной сети и тяговых подстанций обходится в копеечку. Глава города также заговорил об окупаемости троллейбуса. По его информации, чтобы троллейбус в городе себя окупал, стоимость проезда должна составлять 78 рублей вместо текущих 31. Поэтому троллейбус надо убирать, но только если оставить его где-то как визитную карточку города, стилизованный по 1970-е годы. Странно, что глава города не знает, что общественный транспорт не является источником получения прибыли, а является элементом социальной сферы и жизнеобеспечения города. А для его функционирования граждане платят налоги в бюджет, из которого и должна быть финансирована система транспорта. Пока же в соответствии с пожеланиями мэра идет сокращение троллейбусной сети в городе. Так, к 26 сентября 2022 года была демонтирована контактная сеть по улице 8 марта. В итоге без троллейбусного движения остались весь южный район города, вся азиатская часть Оренбурга и многие иные части города. Это можно считать крупнейшим троллейбусным погромом за последние годы, если не за всю историю оренбургского троллейбуса. После 26 сентября в городе осталось всего два троллейбусных маршрута, а общий выпуск не превышает полтора десятка троллейбусов. Из трех депо до наших дней дошло всего одно. При этом уже 9 лет не обновляется троллейбусный парк. Жители города же недовольны транспортным сообщением в городе, качеством перевозок, включая нарушениями графика работ, плохое обслуживание маршрутов, грубость водителей. При этом больше всего горожане переживают за судьбу троллейбуса, выражая несогласие с главой города.